Росгвардейцы передали в фонды музея-заповедника Прохоровское поле трофейный беспилотник ВСУ. Обезвреженный аппарат пополнил выставку музея. БПЛА, запущенный со стороны Украины, летел в направлении позиций росгвардейцев. С помощью средств радиоэлектронной борьбы сотрудники ОМОН «Острог» управления Росгвардии по Белгородской области подавили сигнал и обезвредили дрон. Наше подразделение тоже на постоянной основе уже не первый раз передает различные элементы экипировки, аптечек иностранного производства, значки различия, какие-то предметы личного обихода военнослужащих ВСУ, ну и в том числе наших подразделений, для того, чтобы историческая память об этих событиях оставалась в музейном фонде. Директор музея-заповедника Наталья Ивановна Овчарова отметила, что таких крупных экспонатов в фонды еще не поступало. А всего на выставке собрано уже более 400 предметов, касающихся СВО.